Всем привет, вы смотрите второй выпуск новогодних приключений на канале Instant Studio. Я Вова Гура, а мы начинаем. Я, как обычно, буду смотреть в этот угол, потому что именно здесь у меня монитор, и именно здесь я буду видеть сам процесс. Ну а я в этой роли буду только комментировать. Сегодня хочу сказать вам сразу, что мы будем делать новогоднюю 3D снежинку. Что значит 3D? Это снежинка, которая объемная, которую можно будет потрогать. Для этого нам нужно будет взять ножницы, линейку на 30 сантиметров. Это, кстати, очень важно. Именно на 30 сантиметров она должна быть. Также карандаш и листы А4. В принципе, для того, чтобы сделать эту снежинку, нам потребуется 50 минут. Именно за столько времени я смог ее сделать. В самом видео, так как YouTube не позволит мне выложить видео 50-минутное, да и вам не будет интересно смотреть полную версию, я укоротил и сделал всего 12 минут. И да, кстати, вы у меня спросите, что это у меня на лице. Это я вас всех зазываю, чтобы вы посмотрели мою новую фотосессию, которая выйдет 15 декабря на моей странице ВКонтакте, также в моей официальной группе ВКонтакте. Она будет действительно очень здоровская, и я надеюсь, что она вам понравится, потому что в нее я выклал очень много сил и терпения, чтобы снять и смонтировать, и вообще она получится очень красиво в ней. Я передаю свое настроение, и вообще она очень много будет говорить. Итак, первый этап. Что нам нужно сделать в первом этапе? Это взять линейку на 30 сантиметров, взять лист А4, можно обычный лист, не обязательно альбомный, и каждый 1 сантиметр расчертить по всему листу, и таких по 1 сантиметру должно быть 40 штучек. Поэтому вам понадобится 2 листа А4. Именно 40 штук. Вы их все расчерчиваете полностью по диагонали всего листа. Ну и затем вы берете ножницы и начинаете вырезать. Что очень важно, вы не должны по каждой полоске вырезать, а раз в две. То есть по 2 сантиметра вы должны резать. Вот как я делаю, повторяйте за мной. Эту снежинку я нашел в интернете, как ее сделать, и она действительно очень-таки неплохая получилась. Мне она понравилась, и сейчас она мне просто лежит, я не знаю, куда ее еще приткнуть, но она обязательно будет на каком-нибудь видном месте. Хочу сказать то, что не поленитесь и сделайте эту открытку, а все потому, что в конце этого видео будет конкурс, о котором я скажу вам в конце этого видео. Итак, что вам нужно для того, чтобы сделать? Как я и говорил, то, что нужны те материалы. Кстати, я постоянно в каждом выпуске новогодних приключений пытаюсь сделать что-нибудь такое, материалы на которые есть у каждого дома. Я уверен, что у каждого есть 2 листа А4, ножницы, линейка и простой карандаш. Также, как и было и с открыткой, тоже все только то, что есть у каждого дома. В новогодних приключениях вы спросите, сколько же будет выпусков? Выпусков новогодних приключений будет 4. Они будут выходить каждый вторник, а со следующей недели, кстати, внимание, они будут выходить каждый понедельник вместо Apple Games, так как этот проект уже завершен. Итак, как мы смотрим, то что мы до сих пор еще режем бумагу, после того, как мы нарежем бумагу, мы перейдем к следующему этапу. Хочу сказать то, что очень много терпения нужно, чтобы сделать эту открытку, потому что... Ой, не открытку, а снежинку. Потому что у меня тоже с первого раза не получилось, она получилась у меня слегка неровная. И еще в конце я вам расскажу, чтобы вы не ошиблись, потому что я ошибся. Итак, мы уже начинаем дорезать наши полосочки и пересчитываем. У нас полосочек таких должно быть 20 штук. Именно 20 штук, если больше, то ничего страшного, так как запасная будет. Если же меньше, то... Итак, вот мы их пересчитываем, у нас их должно 20 штук. Если хотите, считайте вместе со мной. В следующем выпуске новогодних приключений я покажу вам, как красиво упаковать новогодний подарок. То есть мы возьмем бумагу обверточную и обычную коробку с подарком и будем обворачивать. Я вам покажу, как красиво и просто и быстро это сделать, а также бюджетно. Итак, так как мы нарезали 20 штук, теперь мы берем и по той полоске, которая у нас получилась в середине, мы должны их сомнуть пополам. Только обязательно, чтобы это было ровно. Итак, мы берем и сворачиваем все эти 20 штук.
Итак, после того, как вы свернули все 20 штук, мы берем клей, также еще один лист А4, но не обязательно, можно какую-нибудь газету. И берем, разравниваем то, что мы сомнули, и потом берем наш клей-карандаш и промазываем по одной полоске по центру каждой нашей полоски. После того, как мы промазали клеем, мы берем и сворачиваем его пополам обратно, только обязательно так, чтобы он заклеился. Зачем надо было резать две штуки? Потому что если мы нарежем по одному сантиметру, тогда он нам нечего будет сгибать. А зачем сгибать? Потому что чтобы наша снежинка была более крепкая и не поломалась при каждом прикосновении к ней. Итак, после того, как мы взяли и намазали клеем на каждую из полосок, мы берем еще раз их между собой промазываем, чтобы они наверняка приклеились и не расклеились при процессе, когда мы будем их соединять вместе. Кстати, если вы не умеете плести косы, то тогда вам придется научиться. Я вместе с вами учился. Итак, считаем, теперь их должно тоже быть 20 штук. После того, как мы их пересчитываем. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и так далее. Мы их пересчитали, теперь мы берем, ложим их горизонтально 5 раз. И после того, как мы положили горизонтально 5 раз, мы берем и еще 5 таких же полосок ложим вертикально. Но вертикально мы их не должны положить просто сверху, мы их должны переплести через каждую из них. Вверх-вниз, вверх-вниз. Каждая должна быть параллельно проложена от той, которая лежит с левой стороны от правой полоски. Кстати, очень важно, чтобы полоски, которые вы будете ложить, они должны быть по центру. Также между ними должен быть буквально там сантиметра 2 или 1 пропуска, для того, чтобы наша снежинка получилась более снежинкой. Вот так вот, как у меня получилось, только у меня криво, теперь нам надо разровнять. Кстати, очень важно, этого процесса я вам не показал, но мы должны потом будем склеить каждую из этих половинок, той половинке, которая лежит вертикально или горизонтально. И вот мы должны сделать таких две аналогичных сторон. И что мы будем с ними делать дальше, я сейчас вам расскажу. Мы берем опять же клей-карандаш, лучше всего иметь клей-карандаш, чем обычно, потому что с обычным он будет течь, и наша снежинка потеряет презентабельный вид. Теперь мы берем из каждых сторон по одному концу и приклеим их между собой. Внимательно, надо не три стороны приклеить между собой, а только лишь две. Одна полоска, которая по центру, она должна оставаться нетронутой. Почему? Я вам расскажу позже, и вы это увидите. Итак, сворачиваем все четыре стороны по два раза. Итак, после того, как мы свернули первую сторону, мы делаем аналогично и вторую сторону. Вот так вот у вас должно получиться, как вы видите на экране выше меня. Вот так вот у вас должно получиться. Теперь мы берем и их, вот эти палочки, которые у нас остались на первом виде, на втором, вы должны их протыкнуть между теми штуковинами, которые мы свернули и склеили между собой. Протыкиваем эти палочки, и после того, как вы вот эти палочки между собой соединили, вы должны будете их приклеить к вот этим штуковинам, которые мы
соединили с вами. И после того, как вы это сделаете, наша открытка будет готова. Кстати, уже в эту пятницу на канале Instant Studio будет премьера топ-10 фильмов перед Рождеством, которые должны вы посмотреть. Возможно, многие из вас посмотрели уже половину этих фильмов, но я уверен, что все 10 фильмов не видел никто, включая даже самого меня. Но и все же я вам их рекомендую. А на следующей неделе, в следующую пятницу также, будет топ-10 мультфильмов, которые следует посмотреть перед Рождеством. Ну а также не забывайте, что в следующий понедельник на канале Instant Studio будет новогоднее приключение, выпуск 3. А также еще по средам на канале Instant Studio выходит Фатанга. На этой неделе будет последняя, заключительная, 5-я серия этого проекта. А также по субботам будет выходить сериал .ua. Это новый проект канала, а первый выпуск уже доступен на канале. Ссылка на него будет под низу этим видео. Ну, а мы уже доделываем почти нашу с вами объемную снежинку, которая будет украшать, я уверен, дом каждого. И, кстати, вы меня спросите: Вова, а что же за конкурс будет в конце этого видео? Итак, переходим к конкурсу. Если вы сделаете точно такую же снежинку, сфотографируете ее с двух ракурсов, это под середине и сверху, и вы выложите эту запись по ссылке в официальной группе ВКонтакте, то каждый, кто это сделает, получит 10 голосов ВКонтакте в тот же день. Итак, делаем. Этот конкурс будет длиться до 25 декабря на канале Instant Studio, а также в официальной группе ВКонтакте. Что вам нужно и как выложить? Я создам официальную тему в официальной группе ВКонтакте, в которой будет написано то, что снежинка конкурс. Вы должны будете написать имя, фамилию, дату, когда вы ее сделали, и прикрепить две фотографии. Также напишу «Жду 10 голосов». И буквально в этот же день я вам вышлю 10 голосов. Поспешите и помните, что каждый человек может сделать одну снежинку. Итак, у нас получилась снежинка. Я надеюсь, что вам всем нравится проект «Новогодние приключения», потому что это, наверное, один из самых новогодних проектов, которые есть на моем канале, ну, не включая топ-10 фильмов, которые вы должны будете пересмотреть перед Новым годом. Ну и, в принципе, все. На этом второй выпуск проекта «Новогодние приключения» на канале Instant Studio подходит к концу. Снежинка уже буквально через пару секунд будет готова. Ну, а с вами был...